В округе проверили готовность автобусов малого, среднего и большого класса к зимнему сезону. Специалисты Люберецкого филиала Мострансавто обследовали около 300 единиц подвижного состава, который ежедневно перевозит жителей города. В надежности общественного транспорта убедилась съемочная группа нашего телеканала. Любой мороз выдержит. Это самое главное. Потому что люди ждут на остановку, заходят, им побыстрее согреться надо. Это самое главное. Самое главное, чтобы подумали о пассажирах и чтобы они не замерзали. Главный акцент проверки на безопасность и надежность работы общественного транспорта в условиях низких температур и осадков. Все автобусы прошли плановое техническое обслуживание, и их состояние соответствует требованиям зимней эксплуатации. При этом важная часть подготовки – наличие запаса необходимых запчастей. Это позволит оперативно устранять неисправности. Транспортное предприятие МАП номер один полностью готово к обслуживанию пассажиров в зимний период. Проверяют систему отопления, систему торможения, система печек, которые в салоне находятся, также в кабине водителя, в салоне и предпусковые подогреватели. Тормозная система, система уплотнителей дверей. Склад запчастями обладает, и все необходимые запчасти имеются. Сергей Лаврененко работает водителем 6 лет. Перед каждым рейсом проверяет транспортное средство, ведь у него важная миссия – безопасность пассажиров. Он знает, что каждая мелочь имеет значение – от состояния шин до уровня топлива. Вот и в этот раз автобус Сергея прошел проверку без нареканий. Абсолютно все готовы, естественно. Поэтому была проведена работа еще месяц назад, подготовки к полностью проведены все ТО. У нас все-таки обновленный подвижной состав. У меня абсолютно новый автобус. Ну, пока абсолютно никаких пререканий, каких все на 100%. Еще одним новшеством в парке стало приобретение автоматического портала для мойки автобусов. Раньше мытье общественного транспорта проходило вручную, что занимало много времени. Теперь с новыми технологиями поддерживать высокий уровень чистоты и комфорта намного удобнее. У нас большое количество автобусов, и всем нужно успеть помыться. Такая технология, конечно, быстро позволяет промыть автобус. Соответственно, все автобусы на утро выезжают чистыми. Данный портал обеспечен новыми всевозможными датчиками, то есть непромытых частей на автобусе не остается. Большое количество программ, которые выбирает оператор, можно выбрать быструю мойку, это порядка 3,5 минут уходит на один автобус. И если есть время и проводится генеральная мойка автобуса, порядка 5,5 минут промывается с необходимой химией. Всего по городскому округу люберцы курсируют 47 маршрутов, на которых эксплуатируется 298 автобусов. Весь общественный транспорт готов к обслуживанию пассажиров зимой. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ.